Всем привет, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 и Черный Флаг. И почти 26-я часть игры под названием «Контакт на убийство», друзья. Я решил пополнить парочку контактов в этой миссии. Надеюсь, вам понравится. Желаю всем вам приятного просмотра. А мне приятной игры. Ова. Ух, спасибо вам всем, друзья. Я очень рад, что с вами познакомился, честное слово. Спасибо вам. Вот респект и уважуха вам всем. Вы лучшие, вы охеренные. Спасибо, что поддержите меня на моих обычных прохождениях, на стримах, на сейчас первый контакт, на полчаса брат предателя. Надо будет его убить. Сука, он находится в этом форте. А? И форт тут, мне скажу честно, нелегкого уровня. Это ясно. Явно. Сука, на шугалку и не видит жестко. Давай, давай, давай. 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 Есть, сука. Вот бесючая же херня. Да. Удачная позиция. Давай, 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 погода поменялась. А. А давай, выше, 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 поднимай. Да что такое, что ж ты мажешь тут специально, да? Хороший залп нам поможет. Еще, сука, ах ты мудень тупой, еще и это. Не вовремя. Ладненько, друзья. Но мы держимся! Сейчас быстренько корабль захватим их, а? Чтобы галку починить, а? Ну, есть! Сейчас быстренько я этими штучками-дочками их убью. Да, 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 ну вы понимаете, а? В любом случае, друзья, огромное всем спасибо за поддержку. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Так. Эй, аж... Я постараюсь, чтобы больше... Это в предыдущей миссии, ну, даже сказать, не в миссии. У меня столько, блин, много людей погибло у меня. Это капец моих, а? Видишь, у меня очень много погибло. У меня шторм убил, перед тем, как я помню эту миссию вот на форт. У меня шторм убил моих 8 человек, а? Это капец было, а? Моих 8 офигенных членов экипажа, моих друзей-пиратов, а? Теперь постараюсь в этой миссии, ну, в этом, сука, корабле никого не потерять. Корабль говно. Так, контакт на убийство. А это не то, это не то. Есть, друзья. Сейчас быстро галку залатаем. Форт зафигачим, этого приятеля брата убьем и пойдем выполнять другие контракты, а. Итак, дорогие друзья, вот хотел вас спросить, что именно. Вот мне, допустим, все сундуки на островах, допустим, вам они его собирать во время миссии? Ну, много там власть везде. Или мне собирать не во время миссии, а? Некоторые миссии попытаются, я с ним понимаю, что я буду в миссии собирать. Я именно так, допустим, попал на остров, допустим, Гавана, просто решил там погулять. И, допустим, начал, хочу собирать, хочу пособирать все сундуки. Вот мне, пособирать все сундуки в миссии или не в миссии. Допустим, я вот камушки майя собираю, мне осталось давать 18 камней майя, я получу уникальный костюм ассасина. Ну вот, допустим, уникальный костюм ассасина, я буду уже, ну, получать во время миссии, а по метанимусам могу пособирать, в принципе, ну, это камушки майя, в принципе, не в миссии. Напишите свое мнение в комментариях, как лучше сделать. Мне очень важно ваше мнение, друзья, правда. Потому что вы, я очень рад, что с вами с ними подружился, а. Да-да-да-да-да. Ага, сейчас попадем, а. Ладненько, поближе придется. Вот, сука, поближе приходится делать. Видите, еще и корабли нападают на нас, а. Вообще, друзья, пипец полнейший, а. А тут можно достать? Я твою налево рождение, а. Какая же это трудно все-таки. Что трудный форт, да? Не, он сам по себе, он не трудный, а? Не, честно, сам по себе форт не трудный, а? Больше именно трудные те, кто помогает форту, а? Есть, сука, и 5 кораблей, опять видели, да? Видели, друзья? Если бы не эти корабли вражеские, все было бы хорошо. Это походу жесткого уровня явно, а? Сука, ладно, друзья, выбора нет, нам присутствует чего. Перед фортом корабли поиметь, хотя нет. Я попробую все-таки знаете, что сделать. Насрать на корабли и чисто попробовать загасить именно форт. Хотя, скорее всего, мне не дадут. Сделать это я попытаюсь. Попытка в не пытка. Поверь свою гипотезу, а. А давай ты развернись, галка. Давай! Друзья верят в меня, я знаю, что не верят в меня. Я в себя верю, а. Подходящая дистанция. Есть, есть, походу сейчас я завалил форт, эти корабли исчезнут. Я надеюсь на это.
Так, сейчас быстро доберусь. Нет, сука, они не исчезли, а. Ну, они... Ах ты, суки, а. Ах, надо добраться до берега. Сейчас, друзья, снимет. Сражаться сейчас нереально. Тут 4 коротких корабля. А я один. Вы понимаете, на другой галке просто нас разнесут. Галка, конечно, у меня неплохая. Но они просто нас вынесут, да? Ну, вы, думаю, уже понимаете. Так. Походу, во время боя нельзя остановиться, да? Можно? Ах, сука, во время боя нельзя. Да ну, ё-моё, ну серьезно, тут 4 корабля. Каким хреном я их вынесу, а? Это нереально. Блин, во время боя нельзя. Да что за тупость вы придумали, а? Как я 4 корабля вынесу, вы чё, а? Реально? Реально нереально, друзья. Приходится сматываться от них, а? Ускориться, блин, а? Потому что они меня, сука, завалят тупо. Я опять заново буду гасить этот гребаный форт, а? Если они завалят нас. Попали, сэр! Бли! Бли! Они уязвимы здесь! Надо бить! Бли! 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 Больше не выдержим, как? Бли! Корабль гибнет, Генуэй! Я уже допонял, поэтому сваливаю, а? Сейчас, друзья, быстренько свалю хотя бы временно. Ну, потому что... Эля, капец нашего кораблю будет, а? Сука, у него еще дофига жизни, а? Опа, чувак за бортом. Да, чувак, извини, чувак. Да я понял, что стреляют, а? Погодка хоть наладилась вроде бы, а? Блин, ты как-то... Если пойдут на таран, нам отлично помогут снаряды. Если пойдут на таран, нам уже ничего не поможет, а? Проклятие! Бли! Пойдем вместе, а? Нужно свалить. Ну что, друзья, еще и что? Еще и смерч, а? На твою медь, а? Походу, сейчас нам прилетит, друзья. Пиздюлина конкретная. Да, капец нам, друзья. Эх, все, тут опять и походу, сейчас походу мы тут навернемся. Если этот корабль не разнесем, не починим галку, ну капец. Но, походу мы не разнесем, потому что вы понимаете почему. Да, сука, я так и знал, а! Я так и знал, сука, ну блин! Вот это форта, капец, какая защита, друзья, это просто жопочная защита, блин, а! Я планировал этой миссии где-то выполнить 3-4 контракта, а! Сука, это заебали эти корабли уже, а! Мне уже просто, друзья, нет слов, а! Честно, блин, сука, достали, а! Ты какого хрена, после этого форта уже ни один раз пытались захватить, ни в ним, и ни в миссии пытался, а! Маленько, друзья, сначала, сука, пойду эти корабли поимею, а! Подальше от форта, а! Заебали, суки тупые, а. Все, больше материться не буду, а. Просто только я почти разгашиваю этот форт, и суки нападают. Прямо заняться им нечем, а. Нифига себе, 38-го, сука. Я думаю, что мне так пиздели оставляют, а. Ну-ка. Поникать. А, все нормально, да, все хорошо. Фух, быстрее. Я развалил форт, все. Надо только поникнуть. Круто, блин. Потому что, друзья, у них, блин, корабли 38-го уровня. Да я понял. Слава богам, а. Есть. Все. Фух, все, вовремя я штурвал опустил. Пойду быстренько убью брата-предателя. Просто, друзья, у них корабли 38 уровня. Нереально будет мне их загасить, друзья. Это просто нереально. Эти ссылочки моих классных друзей Ромыча, Антона, Феди и Джокера будут в описании. Кстати, друзья, они не пользуются завести себе новых друзей. Они реально самые нормальные, у них прикольный и классный канал, у них прикольные и классные игры проходят, а каждый проходит по-своему игры, каждый проходит разные игры. В общем, они молодцы. Что Рома, что Антон, что Федя, что Джокер, красавчики они. Я очень рад, что с ними познакомился и с другими моими друзьями. Просто боюсь, что если я начну добавлять ссылочки моих всех друзей, мне просто места не хватит, а, чтобы добавить все ссылки, а. Так, сейчас быстренько убью этого. Ублюдка. Так, ушки. Давай. А, тут нельзя, да? Так, как... А, во. Реально, если я начну добавлять все ссылки моих друзей, я буду делать по очереди, конечно, но вот чтобы все сразу... Не, это, реально, у меня получится 200 чем-то друзей. Представляете, 200 ссылок на каналы. Это в жопа. Так, как... А, во, все, нашел. Это будет реально жопа. Так, вот моя цель, походу, а. Приятель брат. О, блин, прям в огонь! Ай, зараза! Тут я балбесен, а. Ах ты, сука, чуть не убил меня.
Давай! Ой, Эдварда, красавчика. Сука. Как их, сука, тека? Сейчас жизнь я пускай немного пополнится, иначе я погибну. Ах ты, сука. Опа, и запасы пополнить можно. Сейчас высоко, бай, запасы пополню. Друзья, друзья, я приучу миссии, даже не в миссии. Я себе галочки улучшил орудия. Круто, а? Ну, вы заметили, получше галка стала. Правда, еще галку улучшить и улучшать. Но, тем не менее. Опа, какие его. Так, они будут без конца появляться. Я пойду главной цели убью. Мне просто еще надо выполнить еще этот контракт, минимум 3 контракта. Ну, 3-4. Нет, с этим контрактом 4. А, если так, я хочу выполнить либо 3, либо 4 контракта, либо 5. Ну, точно не 3. 4, однозначно. В общем, 4 контракта, друзья, я хочу однозначно, блин, выполнить. Бывают же я такие слова обычно не могу выговорить, а? Суки, ловите, а? Так, первая цель. Есть. Так, и все. Круто, классно. Блин, Эля, элементарные вещи не могу выговорить, бывает, а? Капец, начинает запинаться, а? Тварь шара. Так, ладненько, наша цель получается... А, я все собрал, вроде бы, все боезапасы. Сейчас быстренько, наша цель даже находится, получится там, брат, предатель. Как бы брат вообще свой предатель урод, а? Чистый мудень, а? Можно вообще своих родных предавать, а? Я вообще не понимаю. Так, пойду я. Так, сука, стрелок где-то там находится. Ух ты, сука. Сдохни, ублюдок. Ты тоже, сука. А, спасибо, ты еще и бомба, а. Ух ты, сука. А, он просто мудень тупой, а. Это сука. Да, блядь, что ты делаешь, Эдвард? А, беги, ты понимай. Пока ты перезарядку сделаешь, тебя уже убьют. Твою мать, а. Сука, вовремя я. Один удар, я сдохну сейчас, а. Вот теперь налево и направо можно убивать. Давай, Эдвард, не тупи, а. Опа, как я их, а. Так, где моя цель, а? Эти будут дебилы без конца идти, а? А, моя цель все-таки там аж. Это форт захватить. А цель моя где? Убитый офицер. Ух ты, сука. Не, сука. Не, сука, ты сдохнешь у меня. Миссия для тебя получится, скорее всего, на час, а? Ну, не меньше, точно. Может, даже и больше. Около часа то однозначно. В общем, она будет прикольная, классная и интересная. Она уже интересная. Сука, все равно попала. Теперь моя очередь, сука. Сдохни, тварь. Так, моя цель вон же где. А, все, типа, они уже сдаются, ладно. Так что быть, не будем их трогать. Пойду быстро сундучки соберу, они аж наверху находятся. Или не наверху. Сейчас у него патрончики. А где сундуки? Ух ты. Это получается, типа... А, добить их до штаба. Не-не-не. Сначала надо цель убить, а. Сначала цель. А потом уже штаб. Я так думаю. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А где моя цель, кстати говоря? Как это понять? Нет, моя цель где-то здесь, а. Так. Так, где брат-предатель? А, вот он, брат-предатель, а. Ну, выбора нет, мне надо убить его, а. Сука. Контактное убийство выполнено. Убейте предателя. Сейчас быстренько теперь захочу форт. Сейчас по-быстрянчику фрагмент анимуса соберу. Да-да-да-да. Давай-давай-давай. Вообще просто напиши свое мнение в комментариях, как лучше мне. В миссиях ты будешь собирать большую часть сундуков, фрагментов анимуса или вне в миссиях. Блин, зараза, если только камушки мая, я некоторые буду собирать в миссиях, а некоторые не в миссиях. Ну, вы понимаете. Может, даже большую часть соберу не в миссиях, и потом уже в миссиях я, ну... Да, я, или в миссии, да. Я уже как соберу все камушки мая. Хочу... Костюм, в общем, нет, по любой, вот, сука, как попасть туда? Вот по любой камень мая, ну, блин, костюм ассасинов. Я вместе покажу вам, ну, открою, так сказать. Получу его, во. Блин, заболтался я. Фух, в любом случае, друзья, спасибо вам за поддержку, реально, эксперты уважуху. Желаю вам, вашим близким, офигенно, суперского, крутого здоровья. Да, здоровья, во.
А все остальные друзья у вас непременно будет. Я желаю, чтобы 2021 год был лучше, чем 2020 год. Чтобы не было этого ни коронавируса, ни остальной всей шушерой фигни, а? Чтобы все было офигенно. И чтобы все хозяйственное закончилось офигенно. А буквально одна серия осталась, а? И все. Мы не знаем, что же будет в конце, а? Мы все фига решили даже смотреть 11-ю серию. Потому что мы ждем перевод от того же фильма. Да здравствует, сука, Эдвард. Нет, Эдвард не сука. А то он сука. Так, все. Первый контакт выполнен. Да, мы очень ждем, друзья, с моим другом Мишей, сверхъестественный финал. И только мой брат Макс ждет, мой друг еще один серый тоже ждет финала. Блин, сверхъестественного. Ух ты! Ах, да, я еще себе форт замутил, прикольненько. Видишь, сколько уже дофига локаций я замутил, друзья. Класс. Так, следующий контакт на убийство. Где у нас следующий контакт? Я буду так на выбор мутить. Какой поближе вообще? Так. Этот форт мы захватим потом. В следующей миссии. Так, мне сейчас нужен контакт на убийство. Нужно поближе. Так, тут у нас нету. Так, нет. А, только там основная миссия. Опять в Насау она будет вернуться. Так. Так, да где же наш еще один контакт? А, во, контакт на убийство. Так, а где еще один? Их по-любому много, а. Тут просто поближе где-то есть еще контакт? Или нигде нет контакта поближе? А, во, так, вот что как. Поближе контакт находится тут. Так. Это контакт на убийство или что? Контрабанда. Морской контакт. Не, мне нужен именно контакт на убийство, а не морской контакт, а. Морские контакты я буду потом выполнять, а. Я хочу именно такие. Сухопутные, как сказать, а не морские. Сейчас быстро на галку вернусь. Ах, круто, друзья. Да, мы еще один форт захватили. Испытание обстояга пройдено. Захватите 5 фортов. Класс, отекать до конца держать миссии, это я буду ходить в костюме Конора. Да, думаю, может даже и в следующей миссии. Сейчас быстренько я галку улучшу. Если, конечно, смогу улучшить. Сейчас что-нибудь продам. Если, конечно... О, у меня есть. У меня, друзья, почти 18 тысяч реалов. Вот, почти, да, почти. Здесь вам понравится, друзья, мои прохождения и мои стримы. Я очень стараюсь, друзья. И правда, ценю вашу поддержку. И реально ценю. И вы молодцы. Так, я лучше, друзья, думаю себе корпус, а то он у меня слабенький какой-то. Вот. Я галку улучшил. Вообще круто. Более еще лучше стал, а? Крутяк. Получен улучшенный корпус. А в следующем разом я улучшу себе уже какие-то орудия. Либо бортовые, либо фалькалионы. Еще какой-нибудь, а? Да, как мои радуются, а, друзья? Я сам радуюсь, друзья, что галку улучшил, еще лучше сделал и форт захватил. Круто. Сейчас, быстренько. Тут это морской контакт. Морские контакты, друзья, я буду выполнять потом. Да. Также сделаю отдельные миссии, именно где я буду выполнять морские контакты. Сейчас у меня земные контакты. Ну, вы понимаете. Они морские. Морские отдельно будут. Также сделаю видео. Опа, чувак за бортом. Дига, мне нужен... Нужны люди. Да. Сейчас быстренько ускорюсь, дабы быстрее сделать все. Опа, добыча. И там погодка плохая, видите, да, впереди. Вон. О, блин, сука, погода изменилась, а. Ящик в воде, я понял. Ух ты, ром. Продадим его. Прислушайте классную песенку, друзья. Мне аж скипало прилетело, потому что я песню использую, блин, чужую в видео. Хотя эта песня играет в игре. Какой бред за это авторские права кидать. Опа, еще человек за бортом. Круто. У меня вновь становится все больше и больше моих новых друзей. Хотя уже жалко, что я потерял восьмерых и вот такую погоду гребаную, а. Прямо чисто вода от меня, сейчас покажу ее. Шторм, блин, вот накрыл волной почти наш корабль. И, блин, бах, восьмерых моих людей убило. Капец, в общем, было. Так, давай. Давай. А, типа, да, в шторм нельзя ускоряться. Блин, а. В этой игре вообще прикольные погодные условия меняются, а. То дождь, то солнце, то день, то ночь, ну, виду. Прикольно, в общем, а. Только погодные условия, но и день, и ночь еще есть, а. Класс. Жалко, конечно, что снега нет, а.
Погодные явления не все. Есть только дождь и полчаса из солнца. Ну, хорошая погода и плохая. А вот снега нету, жалко. Ветер, то а ветер тоже есть, если говоря. Ну, сейчас вот ветер дует. Так, мы почти дошли до поля для нашего второго контракта. Кстати говоря, с вами. Если вы, друзья, кушаете, желаю вам приятного аппетита. В любом случае, друзья, записайте с вкусняшками, кто только что пришел. И желаю вам приятного просмотра. Это что у нас там? А, мини-остров. Ладненько, сейчас мы припаркуемся. Быстренько возьмем наш сундучок на мини-острове. Пойдем дальше. Так сказать, пополним дальше, друзья. Сейчас вот тут вот. Во-во-во-во-во. Идеально. Идеал. Сори, сори. Сори. Вау. Блин. Да все хорошо, друзья. Все хорошо. Спасибо, спасибо, друг. Что ты беспокоишься об Эдварде. Эдвард славный малый, а? Реально, крутой пират-ассасин. Я и так и называю его. А вот, допустим, DLC везде-то мне очень понравилось. Единственное, мне не понравилось DLC, это 21. Карты, это не... Я хоть играл в действие карты, люблю карты играть. Ну, просто карты, там, дурака там, ну, говно, там, футбол. Да, но вот такие вот карты я не играю, не играю. Это получается, там зависит от удачи, все. Пацан сказал, он 2 часа морался, чтобы победить. 2 часа он проигрывал, его бомбило, он чуть не сдался. Потом он смонтировал, вырезал, получается. И, в общем-то, было жопа, друзья, на самом деле. Поэтому я не хочу даже на стриме пытаться это опять вновь мутить. Вот, допустим, спасение, спальня, спальня, дочери и на кошмаре, я эти выполню миссии с большим удовольствием. Хочу сделать хорошие концовки. Получится на кошмаре, мне надо будет продержаться 5 часов. Ну, 5 волн, в общем. Там, капец. Получается, на спальне мне надо будет, получается, выбраться из дома, чтобы Маргарет нас не кокнула. Ну, и дочери мне надо будет спасти Зою, чтобы была хорошая концовка, чтобы Зоя спаслась и убежала. Там еще будет, покажет нам, получится, историю, как Бейкеры заразились, как они привели к себе эту тварскую Эвелину домой. Ну, они, конечно, не знали, что она тварь. И она сделала из них монстров. Очень будет интересно, друзья. Итогая, вы, спасибо вам, что вы на просто поучаствовали. Сказали, что можно другой видеоролик сделать. И будет прикольненько, если я пойду на хорошей концовке. А тут предыдущий стрим был не очень. Он был хороший, но я там везде просрал, а. Хотя, конечно, на кошмаре я старался, почти выиграл. Реально. А вот, блин, по спальне и дочери я там лоханулся. Потому что не знал, что делать. Если я вот покатаюсь, друзья, видео смотрю других людей. И смотрю, каким, что надо будет делать, чтобы были в этих двух спальнях и дочерях, да, хорошие концовки. А на кошмаре там есть пень, надо 5 бомб подержаться, маски включить получше и поиметь этих ублюдков. Именно там он будет, получается, 2 раза Джек появляться, он будет, по-моему, во второй главе, ну, в этой осаде. И 5-й, да, последний будет, сука, я почти убил его, он там будет с большой фигней, бошкоотрезателем. И получается, да. Да-да, все сказал, все правильно сказал, все. Так, да, опять ускорюсь. Да, это получается, надо будет ловушки использовать, получается, с умом, а не как я их использовал. Я слишком рано их использовал на первой волне, надо было использовать их где-то в середине, а. Так бы они сохранились бы, они бы стоили бы дешевле бы, и бы мне помогли, а. Опа. Это что, о, это у нас тоже новое место? А, не-не-не, я тут был или нет? А. Балбес, а можно было просто переместиться, а не плыть, а? Да, я в предыдущей миссии тоже, да, выполнял миссию тоже, а? Помогал девчонке Опии, так сказать, одного предателя догнать и убить, а? Помощника одной ублюдины, суки такой, тамплиерской, которую я кокнул в конце 25-й миссии. Так, подожди. Да, блин, Эдвард, я в твоем налево. Ого, каким образом? А, вот так вот? Давай. Эдвард. Давай. Молодец. Давай. Я верю в тебя. Так, быстренько пойду. Да куда ты? Да что ты делаешь, Эдвард? Не тупи, а. Я, конечно, знаю, что ты мастер лазит. Все такое, но пойдем выполнять контракт, а. Это наша главная задача данной миссии. Да пошли. Давай, Эдвард, давай. Беги, Форест, как говорится. Спорт — это жизнь, как говорится. Надо спортом заниматься, правда, главное, в меру. Не перебарщивать с ним. Спорт полезен в меру. А не в меру, конечно, есть пень. Так, контактное убийство, парадокс близнецов.
Ух ты! Братья Томпсоны, известные тамплиеры, контрабандисты отправились на Каймановые острова, чтобы заключить выгодную сделку. Найдите их, положите конец их планам. Два брата Акробата. Один поп, другой лопата. Валика, а где это у нас получается? А, вообще тут недалеко. Изи, да? А где это примерно? Ух ты, ну хоть что-то интересное, блин. А то прямо надо было плыть далеко до форта, чтобы этого мудня брата-предателя убить. Опять же получится братья, только уже акробаты, а? Там был брат-предатель. Так. У них тут стража офигенная. Ну их, конечно, убить легко, но... Так, найдите вашу цель. Ага, нашел. Нашел. Раз, два, я нашел. Так, убейте вашу цель. Сейчас, друзья, все будет. Так, ушки. Ой-ой-ой, блин, ну не так немного, а. Давай. Давай. Фрагментанимуса возьму. Нет. Все, друзья, свой контакт легко выполнил я. Сейчас с ними помахаюсь, я убью их всех прислушников. Ну, я изи выполнил, друзья, контакт на самом деле. Был самый легкий контакт, который я выполнял за всю игру. Ого! Реку подлетел! Сука! Ну, блин, это игра охеренная. Ай, блин, я их и прислушников, и всех убил, а. Класс, блин, это просто было изи, друзья. Как этот дебил тамплиер подлетел, это было смешного. Это просто эпично было. Так, пойдем теперь, друзья, выполнять третий контракт на убийство. Я постараюсь в этой миссии, выполнить это еще два контракта точно. На общем, миссия будет интересная. Она уже, в принципе, интересная, учитывая то, что дебил так подлетел, а. Так, все, друзья, пойду быстро сундучок возьму. В принципе, тут недалеко находится. Сейчас. Давай. Эдвард, да не бойся, Эдвард, не умрешь, а. Ты, блин, тебе пулями стреляют, тебя саблями потыкают, а ты, блин, боишься, блин, спрыгнуть вниз, а. Капец ты, секунд, Эдвард. Давай. Те. Кстати, я могу... Опа, большой кайман. Сундук 4/6. Я могу известность понизить, а. Думаю, данный конец времени. Для них почитай невидимка. Это мне нужно. Спасибо. Правда, я сейчас не хочу быть известным, а. Я, конечно, люблю известность, но имею в виду. В игре, конечно. Но сейчас не хочу. Все, друзья, пойдемте выполнять теперь следующий контракт на убийство. По счету третий. Только, правда, где он будет, у нас это подумать. Но самый близкий, конечно. Так, этот форт, какой уровень? Получается, заработать много, получится взрослый уровень. Мы пока не сможем захватить его. Кстати, тут доступно два морских контракта. Надо будет отдельные миссии сделать по морским контрактам. Так, но сначала будет следующая миссия, она будет основная, а потом уже другая, после основной, либо еще основная, либо контакты, морские контакты. Так. Опа, это что у нас? Контакт на убийство. А это что у нас? Морские контакты, нет, так. Я далеко нахожусь от этого острова? А где я вообще? Так, вот он я. Совершенно недалеко. Можно же переместиться даже, а? Вообще я балбес, ничего. Тут я балбес. Дабы, чтобы время не таять, а выполнить больше в этой миссии контактов на убийство, я переместился, друзья. Так, теперь контакт на убийство. Быс Бонифиста. Ага, прикольненько. Так, опа, доступно изготовление. Сейчас можно изготовление замутить? Ой, не туда нажал. Не туда. Сейчас, так, улучшение. Так. Подожди. Улучшение здоровья нужно, получается... Ух ты! Кости большой белой акулы. Ничего себе. Надо будет на нее поохотиться. Вот, друзья. Есть! Большую. Тебе больше бомб будет вмещаться мне в сумку, а? Крутяк. Супер. Так, это вроде бы я замутил. Все. Так, да, тут максимально получается. Видите, да? А, нет, еще есть. Сумка для дротиков, получается, нужно... А, нам нужны ревуны. Понял. Потом на них поохотимся. По поводу ревунов, мы уже на миссии на них поохотимся. Сейчас, друзья, к
Контакт на убийство. Он находится у нас неподалеку, но не тут. Получается, нам придется в любом случае выйти в море, чтобы на него нарваться. Да. Сейчас быстро на галку вернусь. А, вот она даже, чё. Можно не париться. Сразу на галку переместиться. Давайте. И теперь можно будет уже этот контакт пойти. Так, 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 так. Эй, так, 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 так. Где? А, нет. Да в море выйти, что-то тупануло. Капитан на мостике. Во. Выйти в море, а вот тогда можно будет уже пойти на этот контакт. Да, и морские контакты будут у меня где-то 28-й миссии, 29-й. Так, теперь можно контакт. Вот, на самом деле, вообще недалеко находится. Тут даже, я тут даже еще не был. Как вы видите, она будет новую локацию исследовать. Сейчас, друзья, быстренько. Она получится нам вокруг этого острова плыть. Получается, это налево поворот. Да, сейчас, в ускоренном темпе. Да, опа, там груз, кстати говоря. Сейчас быстро его подберем. Добычу, так сказать. Правда, друзья, всем рекомендую эту игру поиграть. И посмотреть сериал «Сверхъестественное», и не только «Сверхъестественное», и «Легенды об Искателе», и «Молодежка». Фух, и «Отель Гранты», и «Отель Леон», и «Кухня». В общем, дофига сериал, я рекомендую посмотреть. И рекомендую вам, друзья, посмотреть сериал еще прикольненький «Очень странные дела». Потом, так, какой еще сериал? В общем, дофига сериал, я вам рекомендую. Просто все не помню. Не вспомнишь все сразу, а? «Люцифер» сериал тоже неплохой. Потом, так. Так, так, так. Вот, блин, на голове крутится какой-то еще сериал. Ну, подзабыл. В общем, я вам уже, друзья, порекомендовал 5 сериалов. Еще раз повторюсь. «Сверхъестественное», «Легенды об Искателе», «Молодежка», «Кухня», «Отель Леон», «Отель Гранд», даже больше. А «Очень странные дела». Во. И так, 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 так. Сериальчик еще... А, «Люцифер». И сериальчик прикольненький еще есть, есть. Так, палочка сериала прикольных, во. Еще есть. Опа, чувак. А что сериал? Я уже назвал 7 сериалов, а говорю сериальчика. Балбес я. Правда, друзья, всем вам спасибо огромное за поддержку. Желаю вам и вашим близким еще раз огромного, жирного, охеренного, крутого здоровья. Так, контактное убийство находится недалеко. Тут дофига кораблей вражеских, а? Уровень, конечно, фигня. Это, конечно, уже жесткие, а? А вот эти говно. Сейчас, друзья. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Эти, конечно, лошары из этого уровня. Эти, какого уровня у меня галка? Я даже не знаю. Опа, опа, опа. Причалить. Молодец, Дима. Опа, сейчас галка пришвартуется. Подождем немного, а? Стопа. Ароос. Блин, вот, конечно, вот же название городов, блин, островов, пипец, кто-то я не могу выговорить нормально, а? Так, мне нужен контакт на убийство, а? Потому что это моя самая главная цель, ну, в миссии именно. По контакты повыполнять. Так, где ты контакт? А, он аж тут, а? Во. Сейчас, быстренько. Кстати, может быть, сейчас быстренько, друзья, точку синхронизации замутить? Да. Ну-ка, что у тебя есть, чувак? Хотя у меня бабла даже нету. А ты что продаешь? Ух ты, нифига себе. Пистолеты. Ну да, у меня, в принципе, самый лучший пока пистолет топовый стоит, а. Во. Или не топовый. Ну, нет, по-моему, он мне не топ. Вот у меня. Вот, вот, я же говорю, топовый стоит, предтоповый. Так, я просто потом, когда повыполняю все контакты, друзья. А, я получу. Хочешь залечь на то? Здорово, я, получается, потом получу то ли сабли уникальные, то ли пистолет, я так и не понял. Получается, морские контакты, я просто не помню, за какие контакты, что я получаю. Но я знаю, что если я выполню все контакты морские, я получу крутое оружие. И знаю, что если я выполню все контакты такие вот, тоже получу оружие. Только, правда, не помню... Блин, блин, ну какого хрена, а? Зараза, не помню, какое оружие, за какие миссии. Ну, за какие контакты. Ну, я знаю, что я получу сабли и пистолет. Скорее всего, наверное, за мазки я получу сабли, а за такие контакты пистолет. Сейчас я быстренько сделаю точку синхронизации, если, конечно, Эдвард тупить не будет у меня. Он у меня любит подтупливать, бывает. Любит, как говорится, побалбесничать, а? Все, всем, друзья, я вам рекомендую прикольное аниме «Наруто». Это офигенная классная анимешка, потому что после него, друзья, посмотрите прикольное аниме «Боруто». Реально классное анимешка, если, конечно, вам нравится аниме. Сейчас, друзья, еще немного осталось. Давай, давай, Эдвард, давай. Точку синхронизации на этом острове
Надо сделать полюбез. А, я обожаю делать точки синхронизации, честное слово, друзья. Мне сейчас осталось буквально найти последний ключ, выполнить последний, получится, ассасинский контракт. Ну, да, хоть за тамплиером я получу доспехи тамплиеров уникальные. Потом, получится, получу, когда соберу все камешки Майя, получу уникальный костюм ассасинов. В общем, прикольно будет, а. Так, сундуки, конечно, хорошо, но я их потом их пособираю. Сейчас главное, наша миссия — это контракты выполнять. Да могу скрыться. Интересует? А, ну давай. Теперь ты им не нужен. А, спасибо, спасибо. Я, в принципе, так уже не нужен был им, а? По-моему. Опа, тут, в принципе, и фрагмент далеко. Вот фрагмент, фрагмент анимуса я сейчас соберу сразу же. Он, в принципе, недалеко находится. Есть. Изи, 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 изи. Давай, давай, мой качок. А, и тут и сундук недалеко. Вообще изи. Отпусти, пусти. Так, один фрагмент этого острова я собрал. Осталось, получается, один, два фрагмента и четыре сундука. Это я потом вне в миссии соберу, думаю. Все уже оставшиеся фрагменты и сундуки. Или я могу, что, в принципе, и в миссии собрать все сундуки и фрагменты, если вам будет интересно. Просто свое мнение напишите в комментариях, как будет лучше. Так, избегайте стычек, расхитители могил. Сука, их точно надо наказать, а? Этих ублюдских расхитителей могил, хотел сказать, гробниц. Не, это, сука, точно надо убить, а? Так, где у нас находится он? А где это он у нас? Это что у нас такое? Ох, точка синхронизации, это рядом находится, а? Это что за остров? Ух ты! Давайте быстренько телепортнемся к нашей цели. И убьем этого мудила, чтобы он больше никогда, как это сказать, могилы не расчищал, ублюдок. Так, он вообще-то недалеко, что недалеко находится, да? Так, где наша цель? Где-то тут он находится, друзья. Сейчас я. Так, тут я уже был. Что это сейчас за остров, а? Я просто внимание обратил. Мельком взглянул. Так, где наша цель? Ой-ой-ой. Стычек надо же избегать. Надо же и стычек избегать, а. Так, жалко, что у меня есть орла, чтобы пустить его. А ты зараза. Я просто хочу получить дополнительные бабки, а. Иди ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, дружу. Давай, ко мне, козел. А ты-то зачем-то, а? А кто их убил? А, это показалось. А, сука, они убивают кошку, сука. Ого, молодец, молодец, черная пантера. Так, где же ты находишься, сука-то? Где моя цель находится? Черная пантера помогает мне. Ой, ой, да. Пантера. Ай, сука, не получилось, а. Ладно, черт с ним, а. Не судьба. Позаработать мне лишних бабосиков, а. Хотя хотелось, а. Ладненько, зато он сейчас налево и направо можно их убивать. Есть! Я так и не пойму. Сука, где ты пиздюк, а? Где он там трандит, все? А, он... Да не пойму, где-то мудня, а? Что трандит, трандит, а где он трандит? Я так и не понимаю. А, он что, сверху, что ли? Ой-ой-ой, аж кушать захотелось. Ну, сейчас. Выполняю еще пару контактиков, а. Эй, придурок, ты где? А, он, походу, скорее всего, находится... Я понял, где? Видите, тут его нет. Он, скорее всего, находится аж где-то внизу. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хотел бы я с тобой сражаться. Не хочу я. Так, иди поспи, а. Сейчас я быстренько вырублю ее. Есть. Убивать не буду, пускай поспит. Вот тут он находится, дебил, а. Моя цель, а. Все, друзья. Так, конечно, дополнительно я не выполнил. Меня спалили. Ну, а я мою цель убил. Третий контракт завершен. Опа, в настоящий момент крики капитана доступны улучшения. Круто, круто. Не, кошку я не хочу убивать, поэтому я быстро опять вырублю ее.
Не, пускай живет. Я не ублюдок. Не хочу налево и направо убивать животных, когда мне не нужны. Так, друзья, теперь еще один контракт на убийство. Так, тут мы все замутили. А, нет, тут не все сломал я, но это уже потом. Либо в миссии себя буду, либо вне миссии. Я буду сундуки и фрагментарии мусор собирать. Так, теперь наш следующий контакт, может даже и последний. Так, где же ты у нас находишься? Это что у нас? Контакт на убийство. А можете переместиться? Так, опа, улучшение галки. О, переместиться можно. Вот люблю, когда я могу перемещаться к моим миссиям, а? Чтобы время не тратить и не путь там, или не бежать долго. Так, все, отпускай, Эдвард, что я вал. Пойдем выполнять контракт. Либо предфинале, либо в финале контракт. Скорее всего, он будет, наверное, предфинальным. Да. Потом пятый будет в финале у нас контракт. У нас получится выполнить 3 контракта, сейчас выполню 4 контракт, и потом выполню 5 контракт с финальной. Сейчас. Так, у нас тут есть карта сокровищ с привязкой к этому месту. Так, охотник за сокровищами. Сука. Вот ублюдки, а. Тут, блин, один брат, приятель, тут брата, 2 акробата. Один дебют, другой придурок. То, блин, получается, осветили могилу. То теперь еще, блин, охотник за сокровищами, а? Теперь где он находится? На каком-то другом опять острове, а? Ладно, у нас точка перемещения есть, поэтому это круто, друзья. А Эдварду, правда, Конора костюм очень идет. Так, где моя цель? Ни хрена себе. Ого, это корабль. Ого, кораблик у них. Похоже, скорее всего, он на корабле находится, а? Я так думаю. Так, что мне может замутить? Ого, не то хотел нажать. Вот. Так, это я понял, это стычки избегать. Попробую в этой миссии, в этом контакте, стычек избежать. Я по поводу улучшения Эдварда. Что мне нужно, чтобы взять? Так, что-то мне нужно ягуары. Придется убить 2 ягуаров, а потом белую акулу. Я хочу просто себе еще больше жизни сделать, а. Так, все. Блин, зараза, чуть не спалил меня. Дротики закончились, а только бешеные остались, а. Хотя бешеные мне нравятся, дротики, а. А, пока внимание не обратил? Не обратил, сука. Фух, вовремя я его, а. Так, ладненько. А это моя цель? Это моя цель была, серьезно. Она без сил сейчас налево и направо будет своих убивать. По крайней мере, искать, кого убить. Ай, блин. Серьезно. О, крутяк, а. Маленько, я сам его убью. Опять повалил дополнительно, а. Сука. Ух ты, нифига себе, сколько своей жизни мне поимел. Как ты понимаешь, почему не работает на нем? Почему на нем не работает? Ах ты, сука, по носу дал мне. Ух ты, крутой. Есть, сука, а. Правда, опять дополнительно я просрал. Ну, сука, ладно, пофигу, а. Может, конечно, было бы и дополнительные выполнить, но насрать. Так, тут я все замутил на этом, по-моему, острове. А тут что у нас? О, оцелот. Так, это что у нас? Ягуана. Нет. Они нам тоже не нужны. Блин, друзья, выполнил. Блин, опять погода поменялась. 5-й контракт, сейчас мы их убьем. Ай, весело с ними махать, да еще такую погоду. Ай, Эдвард Крут, давайте, суки, идите. Ай, я вашего капитана уже убил. Охотника за сокровищами, а. Вы видите, что получается? Он хотел сокровища, да, найти. А нашел в итоге свою, как говорится, ублюдскую тварскую смерть. Ублюдский тамплиерский прихвостень. Я же, друзья, убиваю прихвостней тамплиеров. Так, теперь сейчас быстренько я выполню последний 5-й контракт и завершу нашу 26-ю миссию под названием «Контракты на убийство». Так, так, следующий финальный контракт на убийство. Где у нас еще будет? Где у нас тут? Тут просто явно их немало. Это что у нас? Контракт на убийство. О, вообще недалеко от нас находится, да? Если я не ошибаюсь. А где мы? Это вообще изи, а если еще переместиться, если можно? Можно?
Еще и переместиться можно. Так вообще шикардошная. По часам на 3 контакта точку перемещения использовал. Класса. Сейчас опять же давай. Давай, отпускай, отпускай, отпускай. Какой красивый вид, а. Чистая классная вода. Да, я знаю, почти каждую миссию говорю. Но, правда, в игре охеренное чистое море. Я бы в нем с большим удовольствием бы искупался бы, а. Фух, и спасибо вам всем, друзья, правда, за вашу поддержку, респект и уважуху вам всем, спасибо. Я очень рад, что с вами дружить, что я с вами познакомился, что я очень рад завести новых друзей, что я, да, что я завел новых друзей, что вообще просто канал у меня стал неплохим. Я еще не супер-пупер, но неплохой. Так, дело работорговца. Последняя финальная миссия, дело работорговца. Ублюдка тупого. Я, конечно, могу еще контакты повыполнять, но думаю, 5 контактов хватит. Так, где наша цель находится? Тут или не тут? А, он вообще на корабле. А, он вообще недалеко. Сейчас я быстренько его кокну, а. А что, он выплывает, что ли, а? Я не понял, что уплыл, что ли? Так, давайте так сделаем, а. Чтоб тот того убил, а. Я не понял, какую. Ну-ка. Кто кого убьет? Интересно. Ах, ты ее убил, да? Он пошел дальше своих убивать, а. Типа, и цель искать, кого же кокнуть, а. Маленький придурок. Поспи. Хотя нет, лучше поспи на совсем. Пока он не упал, бах, убил его быстренько. Так, бабочки у него. Ладно, забирать не буду. Опа. Крутяк. Опа, вот боезапаса возьму. Так, а моя цель находится недалеко. Ах ты, сука, а. Ой, вовремя я успел, друзья. Видите, это было эпично. Так, одного я кого-то вырубил. Так, их я. Бля, я же кинул бомбу, а. О. Ай, как круто, а. Блин. При финале контакта вообще офигенная. Сейчас я всех этих дебилов. Всех убью. Да, реально всех. Ах ты, сука, а. Надо будет этих стрелков убить, а? И убью этого ублюдка. Дело работорговца, блин. Так, опять же. Ква, люблю эти бомбы, а? Они прикольные, а? Просто с ними налево и направо я убиваю, а? Ах ты, сука, я тебя не убил, а? Давай! Это отгасти направо и налево этих дебилов. Ой, как круто, а? Блин, он реально крутой пятый ассасин. Кстати говоря, у меня теперь новые друзья есть, ассасины. Так, быстренько, давай. Давай, Эдвард. Этого дебила стрелка надо убить. Так, первый, сука, сдох. Ах ты, сука. Ну, давай. Мудин тупой. Так, а, он штаммал. О, какого фига он был? Я думал, он на корабле. Кстати говоря, друзья, я эпично прыгнул в корабль. Ну, трейлер был классненько, еле успел. Я думал, он на корабле, а он, блин, сука, на причале. Хотя показывает, что он был на корабле. Или мне показалось. Маленько, друзья. Сейчас быстренько его убьем. Есть, сука, изи. Контакт дела работорговца выполнен. Все, друзья. Я выполнил мои 5 контактов, которые хотел выполнить, а. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.